уважаемые читатели и слушатели моих маленьких роликов, пришло время рассказать о том, куда мы деваем ваши деньги огромные. Некоторые переводят смешные суммы, там, например, в 30-15 рублей. Да, на метро на них, конечно, не проедешь, но постепенно они собираются. И, собственно говоря, это позволяет нам кое-что делать, в том числе и содержать лабораторию, поскольку, по сути дела, финансирование в науке в нашей отсутствует. Что же мы за это время сделали такого, что, собственно говоря, для нас очень важно? Ну, во-первых, мы купили массу всякой мелкой пакости, поскольку нам нужно все время, во-первых, записывать данные, поэтому мы купили ни много ни мало целых 6 от 2, от 1 гигабайта, от терабайта до 2 терабайт накопителей, которые приобрели на огромную сумму в 59-615 рублей. Это большая сумма, поскольку, собственно говоря, как вы понимаете, никто нам эти накопители, в которых хранятся наши замечательные картинки, которые мы иногда вам показываем, микроскопически не дает. Это первый крупный расход, который мы сделали. Кроме этого, мне пришлось съездить в Санкт-Петербург дважды. Значит, причем это было обе поездки, значит, они отражены в роликах, которые лежат на издательстве «Веди», частично перевешиваются на Брайн-микроскопе. Вот. И мне пришлось ездить туда. Ну, понятно, что это все не бесплатные мероприятия, поэтому, к сожалению, потрава произошла достаточно большая, около 60 тысяч рублей. Но зато мне удалось там встретиться с известными людьми, в том числе и ТМО. Там, где я агитировал наших коллег, которые занимаются искусственным интеллектом, для того, чтобы присоединились к нашим интересным находкам, которые позволят создать реальную искусственную модель человеческого мозга, пока еще очень далекую от совершенства. То есть это некая альтернатива проектам искусственного интеллекта, которым я сейчас занимаюсь. Кроме того, я профинансировал продолжение известного фильма про полет птиц. Только теперь это будет выход на сушу. И, значит, один из специалистов по 3D-анимации в Санкт-Петербурге, в общем, взял за эту работу. К нему тоже перешла часть оговоренной суммы. Кроме этого, у нас очень много денег ушло на восстановление всякого оборудования, которое погибает в лаборатории. И в первую очередь это холодильники. То есть, к сожалению, пришлось больше 100 с лишним тысяч потратить на холодильники, которые выходят из строя, а без них мы как без рук. Поэтому и эти деньги тоже пошли в дело. Кроме этого, мы заказали изготовление сайта нового, в котором будут публиковаться наши данные по пространственной организации головного мозга. Таких веб-сайтов в мире практически нет. Там есть один, где полтора среза мозга, который даже смешно обсуждать. Поскольку мы пытаемся получить уже несколько лет от государства деньги на создание уникального сайта первичного материала по мозгу человека и животных, где бы каждый желающий мог просто зайти и посмотреть на цитархитектонику, на строение тех или иных отделов головного мозга, уже которые сделаны, срезы приготовлены. Более того, нам помогли, купили нам, как это было в прошлом году, мы об этом говорили, специальный прибор, с помощью которого мы можем сканировать препараты. И на основании этого устройства мы пытаемся создать такую гигантскую базу данных мозгов, доступную всем. Ну и вот для нее, значит, мы готовим сейчас по специальному заказу сайт, на который тоже уходят деньги, и, к сожалению, не бог весь какие, но, тем не менее, это нужно делать, потому что люди не могут уж совсем бесплатно нам помогать. Кроме этого, мы поремонтировали компьютеры, починяли их, значит, и в этом отношении мы тоже потратили некоторое количество денег на апгрейд этих машин. Таким образом, на сегодняшний день мы потратили где-то около 300 тысяч по совокупности за прошедшие летние и начало вот зимних периодов, в которые входит не только, значит, непосредственно оборудование, но и химия. Примерно около 140 тысяч ушло дополнительно к тем деньгам, которые назвал, на приобретение различных антител. К сожалению, многие маркеры не работают.
И если бы мы это сделали по государственному заказу, нам бы сказали, а где результаты? Ну, а какие результаты, если эти маркеры не работают вообще физически? Поэтому мы делали из тех пожертвований, которые вы нам присылаете, в результате кое-что получается. Кроме этого, пришлось нам оплатить командировку одной из сотрудниц в Италию, в Рим. Не думайте, что это для того, чтобы полюбоваться на Колизей, хотя и не без этого. Но задача состоит в том, чтобы было отвести некие материалы, взять и отвести, которые у нас используются для разработки анализа тканей без нарушений их целостности на синхротронах, которые стоят в Европе. К сожалению, в некотором отношении нам проще сделать это в европейских странах, чем внутри своей. Так сложилась жизнь, и, к сожалению, теми проблемами, с тем уровнем разрешения, который нас интересует, органические ткани у нас очень мало сканируют. И наше сотрудничество с Институтом кристаллографии, оно дает свои плоды, но для того, чтобы подобраться к более мощным источникам, приходится ездить в Европу. И благодаря вашим заботам это тоже, собственно говоря, было осуществлено. Таким образом, на сегодняшний день мы потратили довольно большие деньги, которые вы переводили, начиная с прошлого моего отчета. Но они пошли в дело. То есть мы обновили там холодильники, кое-какую технику купили, компьютерное оборудовали, накопители. И самое главное, мы продолжаем исследования, в том числе используя ваши деньги для поездок, чтобы добраться до приборов, которые у нас внутри страны недоступны. И поэтому я должен поблагодарить всех, кто переводит хоть по 100 рублей, потому что это все равно реальная помощь. Без этого, например, часть материалов хранения препаратов, которые уже нарезаны и приготовлены к обработке, без холодильников было просто невозможно. Они просто бы погибли. Поэтому большая вам благодарность. Спасибо за то, что вы жертвуете свои личные деньги. Я надеюсь, что наши результаты, которые мы публикуем на сайте brightmicroscope.ru, там список наших публикаций, плюс различные ответы на вопросы, они принесут вам некоторое удовлетворение. Потому что это реальное воплощение ваших желаний поддержать отечественную науку. Благодарю вас. Низкий всем поклон.